Куда мне отнести источник энергии? Идите через арматуру в направлении правого борта, капитан. Я открою служебный отсек вулканической пушки. Протоколы остановлены. Доступ разрешен. Отсек находится ниже, капитан. Цельтесь в орбитальный шпиль! Цель захвачена! Огонь! Сохрани нас обоим все! Тревога! Выброс энергетического ядра. Отключение всех систем. Капитан! Все системы перегружены! Сработало? Непобедимый был на высоте, Янах. Врата варпа закрываются. Хвала повелителю машин. Отключение всех систем. Все кончено, Тит. Но Номерот и его демоны все еще здесь, на свободе. Да, но он застрял в этом мире. И он жаждет заполучить источник энергии. Нужно переправить его в убежище. И снова хорошие новости. Лейтенант Мира сообщает, что флот освобождения вошел в систему. Наверняка Инквизиция отправила с ним своих агентов, капитан. Возможно, получится вернуть источник им. Инквизиция уже не смогла предотвратить ее использование хаосом. Никто больше не должен использовать это, Леандр. Скажите лейтенанту Мире, чтобы прислала за нами Валькирию. Да, капитан. Думаю, что вариант жахнуть из болтера в этот чертов источник энергии даже не рассматривается. Слишком рискованно. Вдруг это откроет еще одни врата варпа. По возвращении на Макредж я передам это магистру Ордена и его библиариям. А до этого? Мой самый надежный брат доставит его на ударный крейсер и запрет в арсенале. Доставьте ее куда следует, сержант. Как можно скорее. А вы что будете делать, пока я буду выполнять это поручение? В этом мире еще остались тысячи еретиков и предателей. И я намерен уменьшить их число. Валькирия лейтенанта Мира уже в пути, капитан. Отлично. Мы отправимся на посадочную площадку и будем наблюдать за силами хаоса.
Седоний, в зону посадки. Есть, капитан. Особо негде. Красивая игрушка, таящая столь великую мощь. Это устройство — дар самих богов хаоса. В нем ключ моей эволюции, моего возвышения до демонического бессмертия.
Мои армии зальют звездные системы человеческой кровью! Ты снова сопротивляешься касанию. Только глубокая связь с варпом объясняет это. Ты скоро присоединишься к нам, брат. Я не успел спасти его. Сидоний погиб славной смертью. В сражении. Не время скорбить, Леандр. Обрати свои мысли к отмщению. Немирон заплатит кровью. Thank you.
приближается. Сержант. Владыка предателей убил его. Немирот убил Сидония ради источника энергии. Ты сказал, что работа Инквизитора была ересью. Ты был прав. Что ты имеешь в виду? Немирот хочет использовать источник энергии, чтобы трансформироваться в князя демонов. Чудовище! И как же нам тогда ему противостоять? Я убью Немирота, когда он будет наиболее уязвим. Во время трансформации. Стерегите Сидония, пока не прибудет апотекарий. Затем подключайтесь к атаке. Идти одному самоубийство. Или хуже. Мы знаем, что враг весьма заинтересован вашей связью с Хаосом. Ты боишься, что я обращусь к Хаосу? Нет, конечно. Но что бы ни лежало за вашей устойчивостью, это только на руку врагу. Почему? Возможно, эта сопротивляемость поможет вам сразить его. Я убью Немирота или же достойно погибну в сражении. Если эта сопротивляемость проявит себя в бою, да будет так. Да будет так. Должен попасть на орбитальный шпиль. Прощайте, капитан. Упорный труд занимает тело и отвлекает разум. Это благородное и достойное дело.
высаживаются и готовятся атаковать орбитальный шпиль. Он отделен, но все еще остается вражеским укреплением. Флот готовится к полномасштабному наступлению. Этого будет недостаточно, чтобы остановить силы хаоса. Я знаю. Удачи, Сид.